Так, делаем продолжение. Вот это бунгало на берегу Сиамского залива, в котором мы живем. Внутри показывать не буду, там что-то все вещи раскиданы туда-сюда. Покажу снаружи. Это ряд таких же деревянных бунгало, как у нас. Но самое красивое это здесь пляж и пальмы. То, что мы находимся прямо возле него. Сейчас уже вечер, солнышко начинает скрываться. Вот наше бунгало. Такое стоит на курьих ножках, видимо, от потопов и от всего такого прочего. Оно стоит 1200 рублей в сутки. Правда, скажу честно, обслуживания никакого не возьму. А вот это вот рядышком цивилизован. А, кстати, у нас нет ни холодильника, ни телевизора. Что же, телевизор, правда, не нужен, но холодильник нужен. Вот здесь покруче есть. Бунгало, оно стоит 2500 на первой линии. Да, есть такая непонятно высокая кровать. Так, ну здесь я не вижу, где телевизор, других видел. Вот такое, скажу, достаточно красивое и прикольное. Видно будет? О, внутри. Тут находится соседний ресорт. Ну, пойдем теперь на пляж. На пляже висят гамачки такие, которыми я так ни разу не воспользовался. Но пляж здесь, конечно, красивый. Вот песок мне больше понравился на Пхукете. Он более крупный. Ой, наоборот, здесь более крупный такой, как в него проваливаешься. В Пхукете мелкий, идешь по нему лучше. Местные тайцы загорают в одежде все время. Вот это наш пляж. Красиво, не правда ли? Что мне не понравилось все в Сиамском заливе, это то, что море мутное. Но все-таки залив сказывается. На Пхукете оно прозрачно. Намного причем. Вот наше бунгало. Красота пальм. Самое главное есть живность, здесь вводятся гипопотамчики. Вот они так загорают на пляже. И плавают кокосы. Вот, видите, как загорают бегемотики, смесь бегемотиков и гипопотамчиков. Так, у нас красивый пляж с пальмочками. Отель, в принципе, с виду ничего, хороший, но какое-то здесь обслуживание не айс. Вот завтра мы уезжаем, на этом заканчиваем свой отдых на острове Самуи. А напротив находится остров Ко Панган, где проходит знаменитый Фулмун Пати. Но оно будет числа 18, а сегодня 15, а завтра мы уезжаем, то есть на него мы в этот раз не попадаем. Попробуем в следующий раз, если окажемся тут. А, забыл, как всегда, снять себя красиво.